Все нормально? Давай, вставай, потому что если не видно тебя за перегибом, вставай и в сторону откатывайся. Что, лыжи не надо снимать? На лыжах надо было туда подкатиться боком. И скользко, и круто. Давай я тебе помогу. Спасибо большое. Ты куда улетел? Нет. Здравствуйте. У вас все нормально? У нас отлично все. Что-то вы тут так тусите, я смотрю. Далеко у нас полно запрещено курение. Да не, ну в сторонке нормально, то есть что. Все равно мест для курения специальных отведенных нету. Ну посмотрите, здесь слепое место, оттуда плохо видно. Какой-нибудь лом летающий влетит, будет не здорово. А вы пешком что ли ходите? Вдоль сеточки. Окей. Наша удача, ребят, аккуратней. Садим. Ты думаешь? На блейдах. Да. Иди ко мне! Иди ко мне! Иди ко мне! Дядя, муди их как-то! Не рулить хочешь. Вы справитесь? Собака ваша, блядь, нет? Она внизу там. Она в машине. Нет, она не живет здесь? Может быть, я не в курсе просто. Девушка, вы справитесь? Вам помочь? Вам помочь? Руками! Ну а как, ваша подруга-то съехала? Ну она вот здесь съехала, а я тут здесь. Я уже два раза здесь навернулась. Палки вот так вот берите? Да? Нет, вот так. Ага. Вот. И упирайтесь жестко в них. Поехали. Жестко упирайтесь. Я буду тормозить, а вы упирайтесь, чтобы никак не обгорать. Всегда на меня, в сторону не надо ехать. На меня едем, на меня. Работа такая. Ай, спасательная штука. Да? Она самая.